слышно? Да, заново. Да. По молитве святых Отец наш, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесную, Утешителю души истины, и же вездесы, и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приди и всерисевны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Авва, Отче, услыши молитву нашу. Помилуй и прости меня грешную, тайное и явное, в уме, в помышлении, во дни и в ночи. Во все дни жизни великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подала ими, где я падала и вставала. Господи, благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаяться спасение. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святаго и молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя! Покроем афором любви Твоей, в скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Ты помогала мне. От позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему, Богу, за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешный. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти жизни, транспорте, всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и в смертный час не покинь, и на мытарство проведи душу мою, и веди в Царствие Небесное навеки. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить бедности и быть благочестивым, довольным, довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Господи, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы пред Словом Божиим предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, да продлится еще мир. Дай нам еще священников, рожденных свыше, и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин Философ, Косма и Дамиан,
Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний, на чело или на правую руку, чтобы скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иев, Сергий Радонежский, Степан Перский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония Вера Надежда, Любовь и Матери София, Наталья и Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан, Устина, Валентина, Ксения, Анна, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие. И стыдливой женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови отцов Иоакима, Наума, Геннадия, Владимира, Иоанна, Даниила, Андрея, Максима, Игоря, Алексия, Алексия, Иоанна, чтецов, благовестников и всех, кто через Слово Твое указывает путь ко спасению души. Сохрани и приумножь это наше сообщество в интернете, общину Крестовоздвиженскую и общину Анфима Никомедийскую. Благослови всех братьев и сестер во Христе и всех стоящих здесь. Побуди на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Благослови, укрепи и сохрани Игната Тихоновича от хитрой козни дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него, и придай ему крепости духовной и физической. Господи, благослови находящихся в вузах монаха Сергия, Всеволода, Глеба, Вара, и устрой по воле Твоей, Господи, как Тебе угодно. Господи, благослови болящих, немощных, батюшку Иоакима, Геннадия, Надежду, Любовь, Александру, Татьяну, Антонину, Галину, Антония, Павла, Владислава, отрока Александра, Михаила, младенца Елизавету и всех, кто просил помолиться. Дай силы безропотно перенести страдания и пошли исцеление, и устрой по воле Твоей, Господи, как Тебе угодно. Господи, благослови и помоги перенести безропотное испытание, назначенное Никите, Максиму, Александру, Евгению, Сергию, Иоанну. Защити и сохрани, и возврати домой с миром. Господи, благослови и помоги Михаилу, Виктору с трудоустройством, Елене в решении вопроса о назначении пенсии. Господи, помоги Александру соединиться с семьей, на все Твоя святая воля. Господи, благослови и помоги в благополучном завершении начатого издания 4-томника сборника проповедей стиха. Господи, благослови путешествующих, сохрани их от всякого зла, злых, лукавых, нечестивых, беспорядочных людей. Боже милости, буди мне грешной, создавай меня, Господи, помилуй меня. Вещества я согрешила, Господи, прости меня грешную и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. А не заповедавших нам обрати к вере, косни сердец их и приведи к покаянию. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Благодарю за совместную молитву. Аминь. Спаси Христос. С вами Игнат Тихонович. У кого будут вопросы? Игнат Тихонович, мир вам. Христос. Христос. Аминь.
Я в руках держу все. У нас только что было деревенское собрание, больше 2 часов. Я Вячеславу скидываю, он потом соединит 5 файлов, и будете знакомы. Ваши молитвы побеждают все. Так, кто-то что-то голос называл. Это я, Елена. Переживаю за вас. Елена, что ж ты, это, робко так. Ну, расскажите, хоть успешно все? Да вот теперь я как слышу будто бы. Давай. Уже сказал. Молитва побеждает ваши. Уже сказал. Я вопрос не пойму. Вопрос ко мне был или нет? Да, вопрос. Успешно прошло. Собрание успешно прошло. Ну, смотря для кого. Этих людей исключили из общины. То есть они не будут нигде больше участвовать. Я могу назвать только одно. Дьяволиада. Буйное беснование. Враждебных людей. Все вскрылось, как гнойный пузырь лопнул. Это все увидите. Говорить никак нельзя, потому что дьявол овладел душами, и, похоже, покаяния уже никакого нету им. За все 2 часа было, я не сказал, даже звука не издал. Ни слова, ни полслова. А когда вышли, на меня их старший бросился. Вот тут я закричал, обернулись назад люди, и он сразу меня отпустил. Полное беснование. Тайное, беспокаянное. Похоже, Духа Святого все похулили они. Помогай вам, Господь. А? О! Помогай вам, Господь. Да, мы благодарим Бога. Я сегодня разулся, босиком хочу ходить по улице. Если никого больше нет, я отхожу. С Богом, храни всех, Господь. Да, помоги вам, Господь. Спаси, Христос. Только что сейчас пришли. С Богом. С Богом, храни вас, Господь. Аллилуйя. Я Вячеславу отсылаю, у него через сутки перекачает. И я говорю, назови, как хочешь сам. Все, отошел. Аминь. Спаси, Христос. Благодарим за молитву. Аминь. Ну, спаси, Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Слава Христу. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Спаси, Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Спаси, Христос. Аминь. Спаси, Христос. Благодарю за молитву. Спаси, Христос. Благодарю за молитву.